один, что без разрешения председателя, что выступить, вы это делать не имеете права. Без включенного микрофона вы не имеете права. Имею, поверьте. Без включенного имею. Депутат не может выслушать свою позицию по заданию вопросу, только что... Так, уважаемые коллеги, успокойтесь. Только что нам заявили, что депутат, оказывается, не вправе задавать вопросы на Думе. Только что нам заявили, что наши полномочия мы только проголосовать можем, а не можем обсуждать здесь. А на каком основании тогда мы здесь собираемся? Тогда можно нас заочно опросить. Поэтому реально скажу, в регламенте есть две стадии. Две стадии – вопросы и выступления. И ограничивать наше выступление нельзя даже голосовать. Иначе меня нельзя заткнуть, я от имени избирателей говорю. Поэтому прошу дать мне слово. Уважаемый Александр Юрьевич, хочу вам сказать, поступило предложение от депутата. Thank you.